66 чизбургеров. 66 чизбургеров. Называется двойное проникновение. 8-9. Ай, не могу! Если прервешься у себя. Смотреть, как он расправляется, вернее, мучается с гамбургерами, зрелище не для слабонервных. Думаю, стать ли мне профессионалом, начать зарабатывать этим на жизнь. У каждого своя техника скоростной еды. 1, 2, 3, hey! Let's go! Блин, ух-мух! 250 бёрпи на человек, 1000 штук на команду. Вот наша Тима, ждем вашу Тиму. Как говорил наш тренер, твой организм никогда не даст тебе умереть. Всем привет, вы на канале О-Спорт. Мы собрались здесь, чтобы вновь проверить возможности организма. Сейчас мы съедаем, не спеша, не торопясь, за 15 минут все вот эти вот бургеры. Кушаем по 15 бургеров, после этого делаем по 250 бёрпи на скорость. Кто делает крайний, заканчивает, тот оплачивает чек. 3-16. 4 больших кока-колы. 66 чизбургеров. Они сказали минут 6-5, но на первом посту сказали 20-30. У них почему-то этот показания путаются. Раз. Саша, поехали, а то остынут. Как говорил Жибер. По машинам! Мне кажется, кто съест 15, уже победит. Смотрите, я сыр вот с этой штуки ем. Знаете, что мы сейчас исполняем мечту любого школьника? Хорошая техника. Называется двойное проникновение. Один целый съел и два по два. Получается 5, да, и как будто 3. Друзья, офигенно. Из-за смеха у меня напрягается пресс. И я начинаю смеяться, меня подташивает. 8-9. Вот куда ты спешишь, объясни мне. Мировой рекорд поедания пищи. Самому бургер вывалил. С другой стороны. Отмазал. За один присест чел съел 28 кур по 900 граммов каждый. Американец Джо установил новый мировой рекорд, съев за 8 минут 103 бургера. Стоит отметить, что мы не взяли картошку фри. Что все эти рекорды были установлены физически нездоровыми людьми. Все супер, вот доедаю 9-й и приступаю к 10-му. Думаю выиграть в этих соревнованиях. Очень живот что-то заболел. Прекрасно, прекрасно. Жду, пока эти парни все съедят свои 12 и не выживут. А я на 6-м на своем выиграю. Тяжело, чё, блин? Смотри, еще осталось. 10-й пошел. Уже начал немножко переживать. Отвратительные чизбургеры. А мы можем разобраться. А я на первом месте иду сейчас, обгоняю вот этого щегла. Это 10-й и 11-й. И смотрите, что я делаю. Беру. 11? А сколько нам съесть? 15. 15? Жду, пока эти парни все съедят свои 12. Я думал, 12. Он говорит, 12 реально. Толкаю. Я это делаю ради науки. Ради наших подписчиков. Ты хочешь есть, ты хочешь есть, ты хочешь есть, ты хочешь есть. Мои. Меня от тебя тошнит. Психология уже не работает. Надо обманывать организм сильнее. Тебе не нравится чизбургер? Мне не нравится. Мне уже не нравится прикус во рту. Не, знаешь что? Вот сейчас плохо стало только, реально. Вот сейчас только реально. Только что? Я вот даже не могу. Не, серьезно. Главное в нашем деле не подавиться и не сбить дыхание. Мне было бы... А, не могу! Такое ощущение, что это передоз.
Она жутко соленая. Угу. Хочется поливать. Я не знаю, как я два съем. Последний остался, победный у тебя. Ага, вот это блин, что не ешь? Может, все-таки решим, что это миф? Нереально сожрать. Да, что нереально все это съесть. Ребят, я можно выскажу то, что витает у вас в головах уже очень давно? Ну слушай, знаешь, что самое главное, что мы попробовали? Куда? Стой, куда, куда? Тебя один отделяет от победы. Хай! Хо! Хоть кто-то должен съесть 15, Дима! Хай! Хо! Вот как и всякий большой спорт, это не полезно для здоровья, но зрелище захватывающее. Он нас встречает! Гриша! Я считаю, что мы молодцы. Реально, как бы, я не знаю, кто столько съест. Не, смотри, мы все это попробовали, да? Да. Как вся эта тема работает. Вы делаете? Нет, и нужно сейчас понять, кто с нами сразится. Мы до этого никогда не делали что-то подобное. Почему-то мы решили сделать вот таким образом. Забегая вперед, убегая назад. Хочется блин, сказать тому мне, который был до этих 14 штук. Парень, помни, что железный человек – это не про тебя. Они супер отвратные, вообще базара нет. Особенно после какого-то восьмого, да? Начинается. На девятом где-то начинается вообще. Горький. Да, жутко, блин, ну, короче, неприятно, блин, его есть. Единственный, кто получил удовольствие больше всех, это наш младший научный сотрудник Федор. Федор, расскажи вообще, ну, вот свое ощущение, как вот прошел эксперимент. Это непередаваемое ощущение, мне сейчас даже сложно смотреть в камеру, поэтому я буду смотреть на микрофон. Да, конечно, как так получилось? Сейчас я думаю о том, как буду ехать домой. Видите, вот Федор даже, ну, тяжело говорить о том, что сейчас произошло. Хотя вот у него осталось всего 2 бургера. Он съел 13 штук, у него осталось 2. У Вадима Сергеевича осталось 6 бургеров и четвертинка двойного. Можно так сказать, половинка. 6,5 бургеров. Так, Вячеслав Владимирович, 13. Вот, снимите, пожалуйста. 13 и еще вот кусочек небольшой. Вот, да. Это победа сегодня Вячеслава Владимировича. Я скажу, я готов съесть 10 и потом сделать бёрпи. А это, мне кажется, затравочка на реванш? Конечно. Нам теперь, мы поняли свои силы. Это была тренировка сегодня, да? Бросаем вызов. Кто хочет с нами сразиться? Вот у нас 4 на 4. Готовы 40 чизбургеров берем на себя, 40 на другую команду, да? По 250 бёрпи. Да. Мы не сделали ни одного бёрпи. Не дает. Базар, ну-ка, подержи микрофон. Да. Подержи микрофон. Да, держу. Смотри. Раз, два, три, хай! Сейчас мы можем наблюдать, как Дмитрий выполняет данное упражнение. Чего вы сидите, давайте тоже. Он вызвался. На самом деле, когда делаешь, почему-то правда полегче становится. Правда, я не вру. Я не вру, правда полегче, можете попробовать. Давай. Я даже к тому, что можно вот давай, даже чуть двигаться. Хай! One, two, three! Хай! Let's go! Хай! No! Good job, bud! Yeah! Хай! One, two, three! Хай! Ready, huh? One, two, three! Хай! Let's go! Yeah, good job! God bless America, baby! Назад. Блин, муха. Ничего себе. Слышь, ты, помнишь, что Тёмыч говорил, так умереть можно. Как в предыдущем интервью Слава сказал, мы кидаем вызов. 40 бургеров, 250 бёрпи на человека, 1000 штук на команду. Вот наша Тима. Ждем вашу Тиму. С вами был Оспорт. До новых встреч.